Новая асфальтированная дорога ведет к детскому оздоровительному лагерю «Лесная сказка», что в деревне Орлово сельского поселения Трубинское. Несколько лет и коллектив лагеря и родители просили сделать эту подъездную дорогу. Результат есть. В прошлом году отсыпали щебнем, в этом заасфальтировали. В знак благодарности главу Щелковского района Алексея Валова пригласили в гости на родительский день. Как и в советскую пионерскую пору, в лагере это праздник, который открывается построением отрядов на торжественную линейку. Наш девиз. Мы вам расскажем без лукавства, смех – это лучшее лекарство. Мы дарим счастье всем вокруг, бродячий цирк, послушай, друг. Детскому лагерю «Лесная сказка» 76 лет. Когда-то он был ведомственным, принадлежал витаминному заводу. Больше 10 лет назад был принят в муниципальную собственность и тем самым сохранен от разрушения, единственный в районе. Мы, конечно, делаем нашу скромную работу, выделяем определенные средства для того, чтобы развивалось. И вы видите, с каждым разом приезжаешь сюда, что все здесь меняется. Меняется в лучшую сторону, в сторону комфорта для вас. Мы вас очень любим. Детишки в лагере ухожены и обихожены, накормлены, заняты полезными делами. Алексей Валов отметил большую заботу и ответственность коллектива лагеря во главе с Максимом Суворовым и куратора летней оздоровительной кампании в Комитете по образованию Алены Шахтенковой. Сам же уехал из лагеря с подарками, лагерной атрибутикой и добрыми воспоминаниями о своем пионерском детстве. Приятно так стало, что деточки такие, как вот мы были в том далеком детстве, так же головой машут, когда слоган говорят. Смотришь на них и радуешься за то, что у них такое хорошее детство. И оно должно быть таким у как можно большего количества детей, говорит глава. После массового закрытия пионер-лагерей в первые постсоветские годы теперь власти изыскивают возможности их возрождать и восстанавливать. Сохранили «Лесную сказку», восстановили «Юнармеец». И путевок все равно не хватает всем желающим. На очереди брошенный лагерь «Старт» в Огневском поселении. Будем работать для того, чтобы забрать, пока он до конца не разрушен. И начнем потихонечку восстанавливать. Организованный летний детский отдых востребован и у родителей, и у детей. Некоторые детки, они каждую смену у родителей выпрашивают, чтобы там находиться. Значит, там им нравится. Значит, там создана атмосфера благоприятная для них. Поэтому будем дальше там работать, чтобы развивать эту благоприятную атмосферу. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».